Италия вообще место, где искать приходится не достопримечательности, а их отсутствие, если вдруг захотелось первозданности. На знаменитых фото муссолиниевского разрушения модернизации Рима видна толщина культурного слоя в городе, метров до 15. Современный человечек, ну или когда-тошний фашист, смотрится рядом с расчищенными до подножия древними стенами, как червяк на ногте брезгливой красавицы. Ничтожный, жалкий, но скоро томную деву он сожрет, переварит и мало что от нее оставит. И такие вот образы парадоксы итальянцы очень любят. Вся живопись Возрождения аллегориями смерти нашпигована, как хороший окорок чесноком. Мы и сотой доли смыслов не считываем, которые художник упрятал, а современник распознавал слету. Все дело, конечно, в христианстве, которое есть школа не столько достойной жизни, сколько правильного умирания. Просто именно люди Возрождения начали о смерти напряженно думать и сумели таки поженить ее с искусством. Для итальянца жить бок о бок с костями и прахом – дело обычное и даже необходимое. Повелось так еще в Средневековье. Собственно говоря, к смерти итальянцы относятся даже не уважительно, а как-то скорее нежно. Вот поглядите, ну, это не просто умиротворение отражает лицо человека, запечатленного на этом надгробии, но какое-то такое вот полудетское удовлетворение от того, что он все-таки усоп наконец. Повелось так еще в Средневековье, но с крестовыми походами разнообразные мощи потекли в Италию потоком. Каждой косточке выковывались многопудовые драгоценные реликварии, вокруг сооружались необъятные храмы. В Павии, например, в городке не из самых важных, на 70 тысяч теперешнего населения с десяток огромных соборов. Главный – Дуомо с останками Сен-Сиро. Потом собор Сан-Микеле, где хранятся мощи святых Энодия, Левкадия, Альдо, а также святых Максима, Петра и Бризио, местных епископов. В базилике святого Петра покоятся останки блаженного Августина и Боэция, который ни разу не святой, но тоже человек благородный, вообще последний римлянин. Здесь покоится человек, которого называли последним римлянином. И он же был выдающимся философом-стоиком, одним из последних стоиков Рима. В общем, изрядная получилась коллекция. Именно коллекция, поскольку составляли ее, чтоб было побольше, и оформили, чтобы каждую косточку любопытствующий мог разглядеть в подробности. Я же по возвращении оттуда составил что-то вроде списка самых странных реликвий такого рода. Первой главной будет, без сомнения, крайняя плоть Иисуса Христа. Ее подарил папе Льву III Карл Великий, которого этот понтифик вскоре короновал в качестве императора. В благодарность за этот презент в том числе. Шарлемань объявил, что кусочек плоти Христовой ему даровал ангел видения. На самом деле королю франков поднесла эту реликвию византийская императрица Ирина в качестве приданного, хотя сама свадьба потом так и не состоялась. До 16 века хранилась эта святыня в Риме. Хотя известно, что Христову крайнюю плоть в качестве колечка на безымянном пальце носила еще одна святая – Екатерина из Сиены. Кусочек богочеловечьей кожи к ней попал из мистических видений, где Екатерине вручил святыню ангел. Объяснение появления у нее – препуция, прямо скажем, так себе. Известно также, что уже 500 лет тому назад крайняя плоть Иисуса хранилась в нескольких храмах Европы. В Безансоне, Шартре, Сантьяго де Компостелла, Антверпене, Меце и так далее. Некоторые сомнения в аутентичности объекта высказывались еще тогда. Где-то в переписке Эразма Роттердамского и Рабле отмечается эта странность. Сын Божий воскрес и вознесся, а крайней плоти по нем осталось, словно обрезание совершали не раз. Или, может быть, был Христос преизрядно в земную жизнь снаряжен. Святой престол, кстати, эта проблема тоже волновала. Из Рима реликвия в 1523-м переселилась в город Калькатта. Всем паломникам к ней папа пообещал 10-летнюю индульгенцию. То есть калькатская крайняя плоть была признана настоящей, окончательной, фактической. Увы, нам не узнать, так ли это. 36 лет тому назад, в 1983-м, эту святыню сперли. Установлено, что сделал это калькатский священник. Пропали тогда золотой крест реликварий, в котором хранились пуповина и крайняя плоть Христа. Грабитель вполне отдавал себе отчет в значении святыни, потому есть надежда, что она не пропала, не погублена и, наверное, еще всплывет. Единственное, к библейскому и даже к историческому Христу данный обрубок вряд ли имеет отношение. Кто там 1 января
2 года до н.э. мог увидеть в этом окровавленном кусочке кожи главное сокровище человечества, чтобы выделить его из тысяч других обрезков и сохранить. И если речь все-таки о Сыне Божьем, понятно, скажем, что его кровь нам оставлена в назидание и укор. А припуций зачем? Он в чем наставляет? Вторая святыня в моем топе – это меч из церкви Монте-Сьепи в Тоскане. Не-не-не, я не изменил принципы отбора. Тут же, возможно, единственные на планете хранятся останки вора и мерзавца, выставленные в храме. В Монте-Сьепи хранится рука, которая пыталась меч похитить, но не смогла. Святой Михаил явился некоему рыцарю Гуидотти и повелел ему отказаться от всех своих имений. А тот, хоть набожный человек и праведник, ответил, что никак не получится. Не получится так же, как пронзить вот этот вот камень клинком. Для пущей убедительности ткнул лезвием в булыжник и, понятно, неожиданно для себя проткнул его насквозь. Тут рыцарь проснулся, отправился на вершину недалекой горы, которая в видении фигурировала, и, конечно, легко там настоящую скалу мечом пронзил. Гуидотти все понял, ушел в монастырь, где праведной жизнью доказал святость и был, соответственно, впоследствии канонизирован. А меч, застрявший в камне, кто только не пробовал извлечь, да все никак. Со временем церковники баловников погнали и трогать реликвию запретили под страхом отлучения. Какой-то злодей на интердикт наплевал. Его прямо возле меча разорвали в клочки мимохожие волки, чтоб знал Гуана, на что зарится, а чему кланяться. А руку сожрать хищники побрезговали. Меч из скалы вырубили, доставили с недоеденной человеческой кистью в храм, и там они уже 800 лет экспонируются. Анекдоту придала пикантность недавняя попытка поверить научной алгебре гармонию мифа. Мечу оказалось действительно 900 лет. А рука в самом деле принадлежит человеческой особи, жившей в позднее средневековье. Мощи номер 3 даже не святому принадлежат. На венецианском острове Мурано стоит базилика Святой Марии и Святого Доната, выстроенная в 7 веке византийцами. Сан Донато появился в названии храма уже после крестовых походов. Венецианцы тогда неплохо так поживились. Кто был в Святой Софии, наверняка видел могильный камень Дожа Дандолло, который во главе флотилии осаждал Константинополь, а потом пустил город на поток и разграбление. С караванами и в котомках христолюбивого воинства прибыли в Западную Европу тысячи и тысячи ошметков, обрубков, огарков человеческой плоти, мощи разнообразных мучеников. Это хорошо описал Умберто Эко в «Баудолино». Невидимая рука рынка быстро привела спрос на мощи в соответствии с предложением. Жульковатые греки уже не только людские погребения потрошили, но и скотомогильники. Короче, венецианцы стали обладателями даже не останков самого Доната, но костей дракона, которого святой убил. Марк Твен писал, что из виденных им в Италии останков святого Дионисия можно было собрать парочку Дионисиев. Ну, так этот Твен еще до Венеции не добрался. Не узнал, что собрать можно не только святого, но даже дракона. Скептики полагают, что в базилике выставлены ребра какого-то крупного млекопитающего, хотя проверять пока никто не проверял. Про сиенскую святую Екатерину я уже упоминал. Это та самая, что носила Христов припуций на пальце в качестве кольца. В знак того, что она невеста Божья. Жила эта девица в 14 веке. Беспристрастный свидетель, каким был ее исповедник, уверял, что она парила над полом в минуты молитвы, а святое причастие само перелетало ей в рот, как вареники в пасть по цуку. Лучи небесные однажды прожгли ей язвы на ногах, ладонях и возле сердца. Екатерина отказалась от питья и пищи, чтобы обретенную святость телесными выделениями не разжижать, и чтоб стигматы не зажили, не приведи Господь. Померла она молодой, и римское шатие братья никак не хотел отдавать Сиену такие хорошо выдубленные еще при жизни мощи. Нашлись, однако, патриоты, которые пробрались в одну из папских часовен, оторвали Екатерине голову, поскольку все тело было никак не унести, и спрятали добычу в мешок. На выходе сиенцев досмотрели. Глядь, а котомка набита доверху одними только лепестками роз. Указанные лепестки по возвращении в родной город Екатерины вновь превратились в человеческую голову, какова и выставляется теперь в базилике Сан-Доменико. В храме святых Винченцо и Анастасио в Риме хранятся 22 папских сердца. Здесь они покоятся в мраморных урнах. Первое – 1583 года, последнее попало сюда в 1903.
Да, святых мощей здесь нет, но коллекция получилась выдающаяся. Обряд Прекордия совершался, в общем, в санитарно-гигиенических целях, чтобы покойник не торопился разлагаться и дотерпел до похорон. Но святыня – это уважаемо. К алтарю паломники несут металлические сердечки, как это называется, экс-вото, дарственные. Храм был подарен недавно болгарам, но сердца остались на месте. В базилике святого Антония в Падуе хранится в реликварии язык деятеля, который дал имя этой церкви. Он скончался от водянки в 13 веке, был похоронен. Через сотню лет могилу эксгумировали и обнаружили, что тело разложилось полностью. За исключением языка, который Антония и прославил. Его проповеди собирали тысячу людей, и чудеса он творил именно так. Словом лечил, исправлял преступников, наставлял на путь истинный еретиков. На родине героя бюст поставили из золота и разные ювелирки. Вместо лица стеклянное забрало, за которым можно видеть знаменитейший из языков Италии. Дальше бы следовал рассказ о сотнях пальцев церкви Монтсиличе. Все они принадлежали святым катакомбным мученикам, только имена их не установлено, а потому хранятся мощи в ведерных размеров банки. Надо бы вспомнить про святую Зиту из Луки, которая самомумифицировалась. Но рассказ вышел бы бесконечным, а лучшей точкой в нем все равно стало бы вот что. Во Флоренции есть музей Галилея. На расстоянии пары сотен метров от него я насчитал по меньшей мере 4 собора. А главным из экспонатов музея является извлеченный из могилы ученого его средний палец. Установлен перст в витрине вертикально, и его теоретически можно увидеть через окно сразу из нескольких соседних церквей. Добрались до конца? Лайкните, подпишитесь, буду благодарен.